Поисково-спасательная служба Ульяновска провела внеплановое учение на льду. Тренировочной ареной стала Свияга. Сейчас лед у берега едва достигает 7 сантиметров. Но несмотря на это, река является центром притяжения в первую очередь для рыбаков. К несчастью, ранний выход на лед и игнорирование элементарных мер безопасности в период ледостава может обернуться трагедией. Подручные средства – это палки, доски, ветки и даже одежда. За короткий срок спасателям необходимо добраться сначала по тонкому льду до статиста, человека, исполняющего роль пострадавшего, а затем вытащить его из воды. Умение и сноровка здесь не зависят от возраста. В ряду спасателей есть совсем молодые ребята. Городская служба спасения призывает всех жителей быть аккуратными и соблюдать правила поведения на льду. Помните, что безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Не выходите на лед поодиночке там, где это запрещено. Рената Алиулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.